Приветствую вас, друзья! Вы на канале Ателье Трак Майка. Сегодня, по многочисленным просьбам, мы сделаем распаковку штор с салазками. Начнем с самого простого. Разрежем скотч на одной из сторон упаковки. Аккуратно достаем содержимое. Нам важно не погнуть салазки, иначе с их установкой могут возникнуть трудности. В комплекте, кроме штор с салазками, есть отдельный пакет с креплением и петлями. Кстати, салазки подрезать не придется. Все встает практически идеально. Шторы – это два полотна двухслойной ткани. В нашем варианте ткань черная. На верхней стороне штор есть лента с петлями, на которые одеваются крючки. Сейчас ткань собирается в рулон, чтобы собрать ее липучкой. Примерно так же происходит, когда вы расшториваетесь и связываете свои шторы, чтобы они не мешались во время движения. Небольшой лайфхак. Чтобы собранный пучок штор не катался по салазкам во время движения, вы можете закрепить степлером либо саморезом среднюю часть липучки к обшивке салона, рядом с дверью. А теперь рассмотрим содержимое маленького пакета. Это крючок. Его мы одеваем на петлю с закругленным концом. Он не соскочит с петли, не переживайте. Затем, когда вы одели все крючки на шторы и установили салазки к обшивке, можно вешать. Для этого другую сторону крючка мы одеваем в салазки. Не переживайте, поставить их неправильно не получится. Обратите внимание, как плотно сидит крючок в салазке. В маленьком пакете есть пакет еще меньше. В нем находятся саморезы и заглушки для салазок. Саморез идеально сидит в отверстии и совершенно не мешает движению крючка. Однако, если вы вкрутили его не под прямым углом, то это будет препятствовать движению крючков. При установке старайтесь делать все ровно и не спеша. Лучше потратить больше времени на установку, чем каждый раз тратить его на зашторивание и расшторивание. А это заглушки. Они ставятся на края салазок, чтобы петли со шторами не вылетали. Просто при установке салазок, не закручивайте крайние саморезы. Их вы закрутите в последнюю очередь, после того, как повесите шторы. Аналогичные шторы с салазками вы можете заказать на Газель Бизнес и Next. Газон Next, КамАЗ. А также Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroёn Jumper и многие другие грузовики. А теперь посмотрим шторы на просвет. Как видите, свет с трудом пробивается сквозь волокна двухслойной ткани. Вас снаружи никто не увидит, так же как и вы. Однако с рассветом, вы можете понять, что взошло солнце по легкому блику. Это очень удобно. Ну и в завершении ролика, покажем вам пример синей ткани. Они тоже очень плотные и великолепно смотрятся. Друзья! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте несколько комментариев. Как заказать товар? Все ссылки будут в описании к ролику. С вами была Трак Майка. До новых встреч!